Мы отправляемся в очень интересное путешествие в деревню Али и Шерифе. Едем собирать апельсины, смотреть сады, животных и так далее. Все, кто хотел увидеть деревню, добро пожаловать. Смотрите наше видео. На улице дождь, мы в городе Кумудя, но мы не унываем и отправляемся в деревню. Все в машине. Айхан. Айхан здесь, Али здесь, Шерифа здесь, все здесь. И, как я уже сказала, приглашаем вас вместе с нами поехать. Дороги было очень много садов, исторических достопримечательностей. Здесь еще есть. Посмотрите, какая собака. Обещай, я поехала. Защищает дом. В общем, мы приехали в деревню. Здесь много животных, овощей, фруктов. Сейчас пойдем гулять. Вот такое здесь небольшое хозяйство. Есть курочки. Посмотрите, всякие разные. Но они боятся. Очень красивый петух. Вот эти курицы, кстати, очень дорогие. Посмотрите, посмотрите, какие у них ножки волосатые. Также здесь есть очень классные, красивые индюки. Белый индюк. Очень красивый. Посмотрите, какая красота. Но они убегают, боятся. И еще вот такой черный есть. Ой, кидюр, гель. КПЕ докума кулуму? И сырыджак мы? Сырмаз. Ben korkuyorum. Gel ben de geleceğim. O zaman yok sen video yap. Tamam, bu kangal mı? Kangal değil bu. Kangal. Akbaş. Tamam sen aç videoyu. Kangal mı? Сейчас моем руки и поедем в апельсиновые сады. Вот так вот выглядит хозяйство. Здесь бегают всякие курочки, индюки. Вот эта вот курица очень интересной породы. Там находятся сады апельсиновые, но, к сожалению, апельсины уже все собрали, мы поедем в другой сад. А вот это вот сам дом. Сначала я вам покажу, как дом выглядит изнутри. Сначала мы попадаем в предбанник, где все снимают свою обувь. Далее мы попадаем на кухню. Здесь, как вы видите, также сушат белье. Ой, кошка. Гель? Не хочет. Здесь мы попадаем на кухню. Здесь готовят всякие разные вкусняшки. Есть также, кстати, задний дворик. А, вот здесь стирают машину. А, и здесь сидит самый красивый индюк. Покажу вам гостиную. Он молодый, не? Юсуф. Юсуф. И здесь уже основная гостиная, где собираются все гости. Дети смотрят телевизор. Очень много детей. Девочка там пишет что-то.
Айхан. Вот так вот традиционно, кстати, в деревне на полу, вот на таком вот столике, и все кушают. Мы тоже будем пить чай. А, чай до гостей. Ага. Как отапливают дом? Дом отапливают вот таким образом. Здесь же кипятят чай и собой отапливают дом. Satın değil yani, ben kendim yaptım bunu. Anladık, o yüzden sevdik zaten. İstiyor musun, biraz alalım mı giderken eve? Hı? Eve giderken kırkından mı biraz? Kusma yoğurtu. Солененькие огурчики деревенские. Вот так вот быстро был стол или и нет. Разложили, покушали, собрали и отнесли вот сюда. Не занимает много места. Yusuf, sen ne yapıyorsun? Yusuf, bana bak bir şey diyeceğim. Yusuf, bana bak. Bana bak be. Ne yapıyorsun? Utanıyor. Tamam. Kahvaltı hazırlıyorum, sobamı yapıyorum, eşime uzatıyorum işi, öğle yemeği hazırlıyorum, tavuklarıma bakıyorum. Ben de sobada çay içiyorum, ikisi sabah akşamları. Yine aynen, yemeğim hazırlıyor, öğlen geliyor, çayını yemeği, çizip gene işe uğraşıyorum. Akşam üzeri gene yemek hazırlıyorum. Tavuklarıma bakıyorum, köpeğime bakıyorum. Günlük hayatım. Yani günlük hayatım böyle geçiyor, koşturma. Sen ne yapıyorsun abi? Ama kal, çeket, gel. Geç onu git, onu daha kısaymış. Şeker unutmuşsun da şeker katarsın. O portakal fabrikasında çalışıyor, portakal işleme fabrikasında. Buradan yurt dışına portakal yapıyorlar. Aynen doğru işte. Şimdi gideceğiz, fabrikada gezeceğiz zaten, görürsün. Başka sorunuz var? Начался дождик, что не радует. Ну а вот так выглядит апельсиновый сад, друзья, в котором собрали все апельсины. Один апельсинчик валяется. В общем, в этот сад мы не успели, все апельсины уже собрали. Но мы сейчас поедем, как Айхан сказал, на апельсиновую фабрику. И также в другой сад, где много-много апельсин. Посмотрите, вот одно единственное дерево, где остались апельсины. На этом дереве просто нет свободного места. Очень красиво, конечно. Посмотрите, целые гроздья сочных, красивых апельсин. И, как уже говорили, апельсины из финики. Самые популярные и самые вкусные в Турции и вообще во всем мире. Я хочу скорее в сад, где огромное количество апельсин на каждом дереве. Ой, запутался, ты что? Сейчас нападет на меня. Да я вас сфоткать хочу. Oh,
Bak sahibine nasıl gidiyor. Bu köpeğin adı ne? Michael. Kaç yaşında o? 4. 4. Hakiki Sivas. Sivas. Yeni bozuk bir yani. Enişte. Bak sonra yeni yaşamadım. Tamam ben de...